чтобы вы в Россию уходили. Так, ребята, все, ну, блядь, сказала, не подходит. Что это такое? Он надумал, что без вас, а вы ему подчиняете. Да вы за своим детям и внукам заслужили уже клеймо. Неужели вы этого хотите? Подумайте про своих детей, матерей, которые плачут. Не знаю, это их дети. Боже, я рыдаю сутками. Чей сын валяется, его собака тягает. А за вами идут крематории, где вас нафиг будут. Ваши машины крематории. Вот да, это действительно так. Мы жили нормально. У нас все было. А со своей властью мы сами разберемся. Мы вас сюда не звали. Забрались. И сейчас, если надо, разберемся. Мы вас сюда не звали. Вы понимаете это? Вы же люди. Не будьте нелюдями. Включайте мозги, ребята. Помогайте нам узнать. Поможіть нам землю засадити пшеницею, пшеницею засадити, а не кров'ю, а не кров'ю. У мене там брат, це брат на брата пішов, це такий гріх. Це клеймо на всю вашу Росію, вже весь світ піднявся. Завтра сімечок, посі сімечок.